Билан, блядь! Наверное, я должен был сказать это тебе в глаза. Слушай меня внимательно! Я енот. Я неоднократно говорил со сцены. Я енот. Я говорю вежливо и подбираю слова. Значит, я нажрался. Поскольку человек, я не конфликтный, и на такую неадекватную агонию обращать внимание не вижу никакого смысла. А я не такой. Я тебе вежливо говорю! Помнишь, когда я накурился и сидел в ванной? Ну, 200%. Ты насрал на все правила! Во-первых, я привит. И уже давно, и об этом снимал развернутое видео. Если ты смотришь это видео... Я привит. И наш концерт отменяют! Ну, я знаю, ты поймешь. Ты простишь.